Вот еще один мой любимый сквер. Слышно пение птиц. Растут вот такие вот огромные деревья, ухоженные. Да, здесь ухаживают за деревьями. Детям есть где погулять. Здесь есть классные детские площадки. Вообще места для прогулок. Вот такие вот беседки, где можно присесть. Здесь не занимаются люди вандализмом. Здесь все очень классно, ровные дороги, нормальные тротуары. Ночью все освещается. Да, кстати, китайцы, они любят ходить с веерами, и я их понимаю. Потому что здесь так жарко и так душно, что иногда без веера даже невозможно обойтись. Маленькие преследователи. Вот он, мой район. Да, кстати, у нас здесь есть полицейский департамент. Вы наверняка спросите, что же это за здания такие? Что это за магазины или что это? Нет, это не магазины. Видите, сейчас они закрыты. Это китайские KTV. Это такие караоке-клубы закрытого типа. Здесь есть отдельные комнаты с диванами, с туалетом. Здесь стоят большие телевизоры и системы караоке с видео, микрофоны, различные эффекты реверберации. Китайцы вообще очень любят петь. И открываются все кателишки вечером, часов в 6 или в 7 вечера. Днем, как вы видите, они закрыты. Здесь также продают алкоголь и могут принести любую еду. И это любимое развлечение китайцев. Наверное, пойдет дождь. Ну вот, смотрите, типичные китайские дороги. И, ребят, это даже не центр города. Это даже не центр нашего района. А это типичные китайские пассажирские автобусы. Все такси в черте города Чунцин желтого цвета. Есть еще трехколесные красненькие, которые стоят немножко дороже за счет того, что это экзотика.